Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я вранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. 2 апреля началась подписная кампания с врачами первичного звена, которая проводится в рамках первого этапа медицинской реформы. Депутаты горсовета будут жить и работать по кодексу этики. На очередном заседании сессии Краматорского горсовета депутаты рассмотрели 57 вопросов. Как попасть в детский сад в Краматорске? Как оформлять своего ребенка в дошкольное учреждение после принятия нового закона Украины об образовании? В Государственной налоговой инспекции Краматорска работает Центр обслуживания плательщиков. Танцевальный марафон в Краматорске. В пятницу 30 марта в ДК имени Быкова состоялся праздник красоты и грации. Фестиваль-конкурс хореографического искусства «Шалений фест». Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.